настраиваем тюнер Star Trek SR55X. Как видим, у нас нет сигнала. Итак, нажимаем кнопку меню на пульте. Вводим пароль. Пароль обычно 4.0, если не меняли. Здесь выбираем пункт инсталляция. Инсталляция. Вот. И есть у нас спутник Амос. Давайте начнем с Амоса. Значит, повторюсь, как всегда говорю. Находим в интернете параметры открытых каналов и вводим их. Благо, очень много разных сайтов. Значит, выбрали спутник Амос вот в этом списке. Здесь очень много спутников. Вот. И теперь нам нужно ввести новые параметры канала. То есть нужно ввести частоту, поляризацию и скорость. Значит, нажимаем желтую кнопку на пульте «Редактировать» и зеленую «Добавить». Вводим частоту. Частота у нас 11.175. Скорость у нас 30 тысяч. И поляризация горизонтальная. Может быть еще вертикальная. Вот у нас уже стояла горизонтальная. То есть ставим горизонтальную. Нажимаем красную кнопку на пульте. И выбираем, если вам нужно ТВ-радио, то оставляем ТВ-радио. Я выбираю ТВ-радио, мне не нужно. И нажимаем ОК. Вот мы видим, прописались каналы. Выходим назад, нажимаем Exit на пульте. Выбираем пункт каналы, менеджер каналов. В этом пункте мы можем редактировать звук. И для большинства старт. Можем редактировать, удалять, изменять. То есть все, что угодно делать с каналами. Например, нажимаем желтую кнопку «Редактировать». Вводим опять же пароль 4.0. Вот, и здесь у нас уже есть красное «Удалить», зеленое «Создать», желтое «Переименовать», синее «Блокировать» и белая кнопка, если мы нажмем на пульте, мы будем двигать каналы. Так, ну давайте выбираем. То есть, например, если канал не показывает, нажимаем ОК. Ой, неправильно. Нажимаем красную кнопку, например, если мы хотим удалить. Удалить. И выбираем таким образом те каналы, которые не показывают. Не спешим, потому что бывает сигнал немножко задерживается. Вот. Вот те каналы, которые не показывают, мы их удаляем. Потом уже новые параметры введем, настроим их. Вот уже пошли каналы, которые мы их просто пропускаем. То есть стрелочка вниз. Они остаются. Все эти каналы показывают. Сигнал 60. Ну, в принципе, это потому что очень большой снег идет на улице. Вот видите канал, который есть сигнал, но он не показывает. То есть он кодированный. Здесь нужно ввести без ключ. Мы его оставим пока что. Вот, ну все. Теперь нажимаем кнопку Exit на пульте. Вот, вы хотите сохранить? ОК, нажимаем. То есть перемещаем, нажимаем ОК. Все, теперь все каналы другие удалились. Остались только те, что мы прописали. Значит, смотрите, этот канал не показывает. Выходим
из меню, нажимаем Exit, Exit, вот, и на открытом канале нажимаем комбинацию 9, 3, 3, 9. Вот, попадаем в подменю, здесь нажимаем, выбираем пункт K-Edit и Biz. Вот, также здесь есть редактировать, добавить, удалить, сбросить. Значит, мы добавляем. Нажимаем зеленую кнопку добавить на пульте. Значит, также находим в интернете, там, где есть вот частоты, вы нашли новых каналов, там же есть и без ключи. Значит, первую группу цифр мы оставляем, во второй вводим ID канала. ID канала у нас 400D. D — это зеленая кнопка. Красная C, зеленая D, желтая E, синяя F. И клавиши на пульте перемотки вперед и назад — это буква A и B. Значит, нажимаем зеленую кнопку D. В третьем вводим частоту. Частота у нас 11.175. Это пропускаем. И здесь вводим уже сам ключ. Ключ у нас 10.06.10.00. Пропускаем. 11.07.11.00. Нажимаем ОК. Вот у нас этот прописался без ключ. Нажимаем Exit, выйти. Exit и выходим. Как видим, этот канал не показывает. Что нужно сделать? Нужно перезагрузить тюнер. А, все, уже включился. Но бывает такое, вот я не успел, бывает, вот, ну, не показывает, не включается без ключ. Просто включите и выключите тюнер. Так, дальше. Ну, например, хотим мы двигать, да, канал, уже последнее покажу. Значит, что хочу сказать. Я это так все рассказываю, потому что очень много мне задают вопросов. Как это, как то. Поэтому вот решил еще одно видео такое снять. Меню, значит, да, 4.0. Каналы, менеджер каналов. Нажимаем желтую кнопку на пульте «Редактировать». Нажимаем 4.0, код. Вот, опять попадаем. Значит, у нас «Двигать» — это белая кнопка. Значит, мы какой канал хотим, например, передвинуть. Нажимаем на нем белую кнопку и на пульте клавиши вверх-вниз. Вот, двигаем его. Например, захотели мы его сюда передвинуть. Вот. Также можно желтой кнопкой переименовать, например, не нравится вам название. Вот. Ну, в принципе, блокировать я этим не пользуюсь. То есть я в основном пользуюсь удалил, поперемещал, как мне удобно. Рабочие каналы, и все. Ну все, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!